нас два главных персонажа. Это, конечно, наш... Мама, Саша. Молодец. Саша у нас вообще красавчик. Вот, и сегодня мы собрались за круглым столом для того, чтобы что? Показать, как мы готовимся к Дню Святого Валентина в школе. Угу. Итак, как я и говорила раньше, сейчас, Сашулька, ты расскажешь. Каждую неделю нам учительница выдает о том письмо о том, чем они занимаются в школе. Угу. Незадолго до Дня Святого Валентина у нас все письма, все бумаги стали приходить в розовеньком цвете. Угу. Вот. И нам учительница дает такое, скажем, домашнее задание. Это нужно сделать для валентинок почтовый ящик из коробки для обуви. Ну, к примеру, из любой коробки, но... В принципе, все всегда делают из коробки для обуви. Но еще нужна большая коробка. Большая коробка. Почему? Потому что... У нас много детей. Да. Потому что... И что дети будут делать? Они будут рассылать валентинки, и я буду рассылать валентинки. Вы будете меняться валентинками, да. Правильно? Угу. И для этого и нужен вот этот вот специальный бокс. Куда но вы будете складывать? Что они специальные, потому что мы его не декорейт. Ну, пока мы да. Сейчас будем украшать. Сейчас мы будем превращать коробку от кроссовок фирмы Skechers в очень валентиновскую специальную коробку. Что у вас для этого есть? Клей. А, ты еще хотела за это сказать что-то? Я хотела сказать, что еще здесь идет также от учительницы предупреждение о том, что все подарки должны быть одинаковые, которые вы будете дарить. Ну, как бы не может быть одному ребенку мишка, другому там карандашик. То есть, если карандашики, то это 27 карандашиков, грубо говоря. Ну, 28, потому что в список включена и учительница. О, кстати, давай покажем список. Детки, мало того, в общем... Написаны имена детей, но угу. Дети еще не слабо ориентируются, поэтому на каждый такой почтовый ящик у каждого ребенка будет наклеено. Вот Саша, допустим, он 22. Им по цифрам легче будет. Они будут угу. ходить друг к другу, обмениваться этими валентинками. 28-я наша учительница. Вот. По поводу, значит, про валентинки, наверное, рассказать сразу. Давай. Да? Саша, сейчас мы покажем, наверное, валентинки, да? И потом будем уже делать с тобой ящик, хорошо? Валентинки – это вот такой наборчик, мы покупали, но я выбросила упаковку, если честно. Мне их так было проще хранить, потому что мы их покупали в прошлом году, после Дня Святого Валентина. Вот. Это вот такая карточка здесь, ну, допустим, вот у нас есть. Ну, мы их купили с роботами, в прошлом году, собственно, чтобы… После праздника, потому что они в 3 раза дешевле, чем на праздник. Да. Уже зная, что каждый ребенок каждый год дарит, да. Мы заранее запаслись. Это здесь... от нас лайфхак. Да. Да. Сереж, подожди. Я не могу говорить. Дать тебе водички? Нет. Давай я поставлю водичку, ты выспись. Валентиночка вот так вот складывается. Здесь пишите кому, здесь от кого. И... Закрывается. Закрывается она. Плюс еще в этом комплекте шли вот такие вот наклеечки. Ну, тоже с роботиками, так как в этих валентинках тематика роботов. Здесь вот с рыбками какие-то у нас еще есть. В прошлом году у нас были с этими, как это называется, эта девочка? Dora Explorer. Ага, вот с ней. Вот. Еще у нас в позапрошлом году были вот такие вот... Щенячий патруль, по-моему, они называются. Но это у нас просто какие-то там лишние пооставались. Ну, потому что комплекты продаются. Комплекты в основном по 32. Да, а каждый уже смотрит, сколько у него классики. И еще, что мы будем дарить непосредственно. Мы купили, сейчас я покажу, в магазине 99 центов. Значит, смотрите, вот набор пакетиков. В этом наборе... Если мы его откроем. Идет 25 пакетиков вот таких вот красивеньких. Специальные подарочные пакетики. Угу. Он весь в сердечках, такой красивенький, нарядненький. Тоже у нас позапрошлом году вот, вот такой у нас был. Были такие, дизайн немножко другой. С ними идут в комплекте вот такие закреплялочки, чтобы пакетик этот завязать. И в эти пакетики что мы будем ложить? Мы будем ложить стирочку, вот такую тоже, она к Дню Святого Валентина. Угу.
сердечками. Да, и покажи карандаш. И по стирочке, и по карандашику. Карандашики вот у нас вот есть. Простые карандашики, потому что все дети пишут карандашиками, ручками дети в школе не пишут. Вот немножко другого. Но они тоже без слова Валентина, но другого. Ну, всякие яркие, в общем, в розово-красных тонах. А вот кто-то у нас, я не помню, кто, или Катерина, или Антоша, выбрали вот такие стирочки. Некоторые на конец... которые одеваются на карандашик, ага, в форме сердечка. Значит, и еще вот в этой бумаге, которую нам учат... Пакетики в этом 18 штучек, мы их тоже покупали или в центах, или в доллар 3. Ну, в общем, такая упаковка стоит доллар. В общем, если сегодня это покупать в магазине доллар 3 или 99 центов, то любая упаковка стоит доллар. Угу. Если покупать их 15 февраля, то упаковка эта может стоить 25 центов, 50 центов. Ну, в общем... По-разному. Вот, поэтому, да, если вы знаете, что вам в следующем году надо дарить подарки, 15 февраля в магазин, и ровно сколько надо, закупаете. Кстати, то же самое и с новогодними открытками. У меня уже собралась очень большая коллекция очень красивых открыток. Мы покупаем со они прямо упаковочкой, а мы покажем потом. Да. На Новый год. На Новый год. И здесь обязательно написано, помимо того, что должны быть, ну, скажем, с большего одинаковые подарки, типа там карандашик, это должен быть недорогой подарок, написано, что это, ну... Чтобы кто-то не испытывал дискомфорта, потому что... И никаких конфет. У всех разный социальный статус, кто-то может дороже подарить, кто-то может дешевле, поэтому предлагают делать недорогие подарки, чтобы не было каких-то недоразумений. Да, вот. И что-то еще хотела сказать по этому поводу. Ну, я забыла, я вспомню, когда скажу. Давай, Сашуля, что мы будем делать? Сейчас вы будете паковать подарки, комплектовать и украшать бокс. А чем бокс украшать будете? А у нашего Саши есть подружка, как ее зовут, Саша? Мика. Мика. И мы хотим ей сделать спешл подарок, но мы его будем дарить после уроков, чтобы это было не в школе, потому что после написано, что после уроков можете обмениваться, что хотите. Вот, Саша будет дарить. Саша, она у тебя кто? Girlfriend? Ой-ой-ой. Нет, Саша, скажи, как ты мне говоришь. Definition просто friend, правда? Скажи, Саша, сам ты это, чтобы не мама сказала. Как ты скажешь? Ладно, задай не стесняйся. Ну, ты же хорошо говоришь. Сереж, не надо. Я даже не знаю, что это. Так, ладно. Это то, что обозначает, как ты раньше мне говорил. А, вот еще можно посмотреть, в прошлом году вот у нас осталось, наверное, мы дарили вот такие эти с щенячьим патрулем Валентинки и по такой вот наклейке. Наклейки пупырчатые, угу. Они такие выпуклые, объемные. И карандашик там еще был. Ну что, готовим бокс? Начинаем мы с коробки. Саш, таким? Давай. Тогда бери, пожалуйста, клей-карандаш. Ты брал с собой клей-карандаш? Вот. И смазываем здесь. У меня есть ножницы. Саш, так мы не будем здесь дырочку делать, как... Мы их будем открывать. Мы будем вот так открывать, да? И да, там будет рисунок Спанч-Боба. Где Спанч-Боба? Сейчас мы его найдем. Саш, он найдется. Ты пока промазывай коробочку, Сереж, ты не видишь Спанч Боб? Вот он, вот. Спанч Боб удалился в неизвестном направлении. Может, вам надо было этот ПВА клей или нет? Возьмется за это? Возьмется. Просто она такая... А это надежно? Гладкая. Сашка знатно намазывает, старается. Саш, ну ты уже ждешь тот день? Саша, вот здесь вот еще не промазал. Промазал, хорошо. Ну, мне кажется, хорошо. Угу. Нам придется некоторые отрезать. А может, мы резать не будем, Саш? Может, даже. Вот так вот загнем, тоже его приклеим. Да, можно. Давай. Мне что, клеить придется? Угу. Я бы вообще на скотчик приклеил. Я вообще скотчиком буду пользоваться.
Да это лучше всего там скотчиком прихватить. Саша, знаешь, что папа нам, не папа, мы сейчас скажем, Антоша, сыночек, подай нам, пожалуйста, скотч. Саша, мы вот здесь вот скотчиком приделаем. А где скотчик? В ванной на первом этаже. Как вам смеются, что русским вообще скотч не надо было показывать? Все, что должно быть прибито, привенчено, у них теперь висит на скотче. Угу. Спасибо, Зак. Тоже. Антоша, когда ты будешь готовить свои валентинки? Когда ты готова? А? Когда ты готова? Как, по-моему, готова? Я и тебе буду помогать валентинки. Это тоже на тупишу надо записать. Да? Так, Ютуба, что ты там делаешь? Я хочу что-то быстро проверить. А, ну быстро проверь, Клава. А вот, кстати, расскажи нашим подписчикам, что у нас еще один ютубер в семье знатный подрастает. Ну, вообще, Антоша, это первый ютубер наш в семье. Это вообще правда. Да. Папа уже потом начал списывать. Нет, сейчас на Антон вообще-то... Подписывайтесь на Антошин канал. Антоша делает... Что? Я буду сейчас на Антон почти никогда не делает видео. Да делает, не делает. Делает Антоша. Но он делает очень редко. Но он же учится. Потому что Антоша много дела. Антоша у нас молодец. Так, смотри, Саша, сейчас мы, наверное, папа, будем значит, здесь... А значит, немного дел? Ну так. Пап, тебе же еще пока поправить видео. И там добавить, потом еще заставить на YouTube работать. Так, дружок, думай, что мы здесь сверху будем делать. Много сердечек? Я сделаю две сердечки по бокам. Саш, ну, две это как-то, мне кажется. Два это как-то... Маловато будет. Когда три? Давай много на три. Угу. А, но самое главное, у нас должно быть сверху твое наклеено... Имя. Потому что и мы уже не видим эту бумажку. Да? А вы можете чуть-чуть сесть скучнее, а то получается полголовы одного и полголовы другого. У меня в кадр не влазит. Саша, а где мы делаем белую бумажку твою? Белая бумажка. Ага. Сейчас мы достанем. А почему вы не... Саша, ты где можешь мы... не очень рядышком. Саша, можешь в разброс, вверх вот ногами, оно красиво будет, как будто снег пошел. Из сердечек. Да, как будто они сыпятся у тебя прямо так. Вау. Я просто сделаю линию из этих сердечек. Саша так, Саша так видит, он художник. Еще это моя коробка. Я, да, я моя делаю коробка, как всех. Хочу, скажи, так и делаю. О, Саша, смотри, у меня еще есть вот такие большие наклейки. Мы... Еще у меня есть. Но мы их можем сделать посередине. Угу. Сашенька, где мы наклеим с тобой вот это вот, твое имя? На маленькой стороне. Так, ты что, случайно выкрутил? Нет, может я быть, мы вот здесь наклеим, разделил, чтобы было видно. Удобно было. Ну, кто будет подходить к твоему столу, сразу будет видеть твое имя. Ну, Чичу сказал сделать по бокам. На маленькой стороне пока. Где мы будем делать, Сашенька? Просто у Катарины ну, мы делали наверх. Ну, учительница сказала на торце. Ну, сделайте на торце, как учительница. Сережа, одна и та же учительница. Ну, может, у нее новое правило в этом году. Ну, если я буду честным, она в Зайка. Классе, так сказать. Зайка, наверху не будет работать, потому что коробка будет открыта. Это правда. Здесь? Да. Так, может быть, вот так, чтобы она была? Давай. Нет, давай. Зай, ну ты же коробку откроешь. Я не понимаю тогда, что ты хочешь, как? Подожди, вот как коробка будет стоять? Она же будет открытая вот стоять? Вот так она будет стоять, и люди будут подходить, и вот так открывать, и ложить в нее детки. Ну, короче, наклеиваю вот на сторону, которая будет открываться. Я думаю, что это будет хорошо. Да? Здесь. Да, или здесь, или там, с любой боковой стороны. Сейчас, Саша, ли сердечки-то клей? Тебе помогать клеить сердечки тут сам? Thank you.
продвигаетесь к финишу? Нам еще внутри нужно украсить, потому что у Саши почтовый ящик, который открывается. Ну еще помню, Ван говорил большую дырку, так это будет наша большая дырочка. Так, ну что? Чего тут мы? Сердечко отвалилось. Так, открываем. И здесь что? Спанчбоб. Да. Намазываю его с этой стороны клеем. Намазывается клеем. Он будет хранить твои подарки, стеречь, да? Чтоб никто не стащил. Вообще это делает красота, не дает того. Дай, Саша, вот тут еще. Сильнее зайка может. Мам, ну мне не легко, когда она как-то так стоит в небе. Висит в воздухе. Держи. Куда клеить? Прямо в середину, да. Саша? Главное, не вверх ногами. Не мешало бы скотчиком в прочности прихватить. Ну, как-то да. Ну, что, Сашуля, а что еще будем здесь клеить? Я еще внутри сделаю два лобочка. По бокам. Угу, а у меня вот, смотри, еще какой. Да, вот угу. Такой с красненьким. А сердечки, может быть, давай вот так много-много разных сердечек наклеим, нет? Давай. Я буду тебе помогать или не надо? Надо, мам. Так давай мне тогда тоже наклеечки. У нас еще один.